Казахстан ежегодно выделяет средства, но не нам перечисляют, они выполняют работу, допустим, ремонтируют объекты межгосударственного пользования. Вот, допустим, в Кировке они поменяли еще этот затвор, который стоит очень больших средств. Ежегодно они на 179 миллионов тенге, по-моему, ремонтные работы проводят. Мы сейчас переговорим о том, чтобы они, как Узбекистан, просто перечисляли нам, а мы перечисляли уже на наши объекты, и там уже на объекты ремонты сами проводили. Это намного дешевле, и я думаю, что это более эффективно будет, потому что у нас ремонт проводят своими силами, у нас нет подрядных организаций. Так Узбекистан перечисляет, ежегодно они увеличивают на 30% ассигнования, то есть это 240 тысяч долларов, по-моему, в 2023 год, в этом году 280 тысяч будет. Потом опять 30%, в 25-м еще наращивать будет. То есть ежегодно будет увеличение выделяемых средств.